Ребятушки, посмотрите, какая красота. Какое небо. Голубое. На самом деле, сегодня была погода просто непредсказуемая. То дождь, то солнце. И вот сейчас еще так все мокренько. Но небо просто невероятно красивое. Класс. И это я еще не на балконе. На балконе там вообще открывается потрясный вид. Вон, видите, как красиво. Ах, ладно, все, не буду высовывать руку, а то, не дай бог, телефон еще выпадет. Ну вот, ребят, я уже и собралась в Москву. Сейчас сижу, жду, за мной приедет папа. Пап как раз-таки хотел к нам заехать сюда в квартиру и говорит, что довезет меня, поэтому мне даже на руку. Час до поезда. В принципе, тут что первая Рязань, что вторая Рязань, ЖД вокзала не очень близко находится, поэтому очень быстро, надеюсь, доедем. Кстати, сегодня пятница, я, конечно, немного переживаю за то, что пробки уже с самого утра. Я сегодня утром была в зале и ехала до зала минут 20, наверное, хотя мне ехать 5 минут. Но ничего страшного, погода еще портится. Завтра в Москве тоже обещают дождик, я вам уже говорила. Не очень-то меня это, конечно, радует, но ничего страшного. Где наша не была, прорвемся. В принципе, у нас есть программа, чем бы мы хотели заняться, что бы мы хотели посетить, поэтому, я думаю, дождь нам не страшен. Сейчас, ребят, просто где-то, наверное, час я стояла у зеркала, примеряла луки, то одно, то другое. В общем, не знала, что одеть. В итоге одела свою новую накидочку как раз-таки на такую погоду, как сейчас, плюс 23 градуса. Но самое оптимальное – джинсы, майка и белые кроссовки. Вот так я, ребят, сегодня выгляжу. Очки, конечно, взяла, надеюсь, на солнце, но, возможно, его вообще не будет. Вот такой вот плащичек-пиджачочек, очень летний, очень легкий. Я бы его даже назвала, знаете, как такой кардиганчик, что ли. К нему еще есть ремешочек, вот он у меня лежит. И очень классно тоже его подвязывать, прям он так утягивается красиво. На мне вот такие джинсы с поясом. Кстати, купила себе новый пояс. Знаете, ребят, сразу так классно стало джинсы с ним носить. Любые, которые завышенной талией, теперь очень удобно и смотрятся хорошо, и не спадают. В общем, классно. Обычная белая стандартная футболка. И поеду в белых кроссовках. Но они такие полуспортивные, но сейчас, в принципе, вы знаете, как стили миксуют. Поэтому я думаю, что будет хорошо. Так что вот такой у меня сегодня лук. Накачала сейчас себе фильмов. Скачала Гренландию, еще какой-то один фильм. В общем, скачала, в дороге буду смотреть. До Москвы мне пиликать 2,5 часа, поэтому как раз-таки какой-то фильм точно посмотрю. Погнали! Итак, ребята, я на месте. Вот с такой красотой. Прошел дождик, пока я ехала. Видите, асфальт весь сырой. Элька там готовит для меня, для специального гостя из Рязани, для мега-звезды! Поэтому сейчас я вам покажу вкусный ужин. Я, честно говоря, сюда за едой ехала. Поэтому завтраки обещают еще быть очень многообещающими. Смотрите, как красиво. Вообще класс. Чего там ты говоришь? Все включено. Так, ребята, если у вас сейчас потекли слюни, это нормально. Давай, давай. Посмотрите, какие у нас вилочки. Узнаете наборчик? Наша дорогая хозяйка приготовила такую вкусноту. Эль, как это называется блюдо? Тартифлет. Тартифлет. Вот, да, по-моему. И очень вкусный салатик. У нас безалкогольная вечеринка, потому что кое-кто завязал. А если что, она как бы и не пила раньше особо. Я не знаю, почему она завязала. Или ты не расскажешь эту историю? Просто не хочу. А, просто она перестала пить. Ну, а я в одного не люблю, поэтому мы будем пить швепс какой-то вкусный. Элька говорит, что мне точно понравится. Какова красота! Ну вообще, как в лучших ресторанах на завтрак дают. Эль, ну какая ты молодец, Эль. Не знаю. Надо приезжать ко мне теперь, чтобы у меня такие завтраки делать. А ты что думала? Ой, класс. Приятного аппетита. Макияж дня. Элька мне тут дала различных тональных основ, я свою забыла. Вот такую не пробовала. Кстати, я даже не знакома с такой маркой. Так, потом, мне вот эти вот понравились очень сильно, особенно вот этот вот, Биби. Эль, классный, кстати, Бибишка. Классный.
вот этот вот маленький, который как консилер. Да, очень классно, мне понравился. Такой я не пробовала. Это человек, который не красится, чтобы вы понимали, но у нее есть все. Смотрите, какая крутая палетка от Smashbox. Какая она красивая просто вообще. Даже ради упаковки стоит ее купить. Оттенки внутри очень такие повседневные, вот для каких-нибудь золото-коричневых смоки. Мне кажется, очень круто. Вот эти вот очень красивые, с таким влажным финишем. Классная палеточка, прям мега красивенькая. Я с собой привозила маленькую палетку для бровей. Вот, собственно, я сижу. Поедем в парк гулять, кататься. Надеюсь, нам повезет с погодой. Так что беру вас с собой, конечно же. Спустя 30 лет просто. Спустя 30 лет мы собрались. Все, лук готов. Наконец-то ее можно показать. Можно показать эту крошку, малышку. Все, пошли. Мы едем в парк. Представляете? Наконец-таки. Остров мечты. А, вот, да, собственно. Прям Диснейленд. Посмотрите, как круто. Ребят, на улице так жарко. 24 градуса на солнце. Мне кажется, все 27, так точно. Очень жарко. Тучки, конечно, собираются. Но надеюсь, что в самый ливень мы не попадем. Вы посмотрите, как здесь классно. Заходишь, и целый как торговый центр. Очень круто. Как же здесь красиво, ребят. Просто можно сидеть и наслаждаться. Посмотрите, как далеко от меня Элька убежала. Хотя вы ее сейчас, наверное, не видите. Стоит меня, там уже ждет. Я в H&M зашла и пропала там. В общем, ребят, пока мы идем, мы никогда не дойдем. Сколько здесь вкусного. Здравствуйте. Можно я здесь потеряюсь на сегодня? Ой, какие классные цветочки. Как все пахнет, вы бы знали. Ням-ням-ням. Ребят, медленно, но верно, мы потихонечку подходим. Мы, короче, не выдержали и купили себе вот всякую такую гадость вкусную попить. Я взяла с манго чуп-чупса, у Эльки швепс мохито. Так, здесь уже начинается, я так понимаю, очередь. И сейчас нам придется, наверное, стоять в ней, чтобы пройти туда. Боже, какое кафешка, посмотри, Hello Kitty, ты туда посмотри, там диванчики такие. Давайте заглянем, ребят. Все такое мимишное, игрушечное, розовенькое. О, боже, как мило. Там вон даже пляшут. Вот примерные ценники, чтобы вы понимали, что здесь. В принципе, нормальная цена на все. Бухает она, бухает. Да, сейчас мы пришли Маугли. Он застыл, он просто знает, что мы его снимаем, поэтому он не хочет. Скажет, идите вы нафиг со своей съемкой. О, обезьянки. О, как круто.
бьюти-зеркало. Ой, как тут клёво. Эль, иди сюда. Давай еще раз голосок. Ну, давай. Молодец. Ручной. Ребят, вышли мы из замка, нагулялись. Прикольно, походить на самом деле здорово. Из аттракционов там, наверное, только два мы так заметили. Если все-таки одиночки, это буду хмуриться. Заметили мы только два аттракциона, которые более-менее страшненькие. Это такая тарелка, которая вращается туда-сюда, как колокольчик. И как он, господи, типа американская горка, но такая небольшая. Вот, но вообще прикольно. Для детей здесь, конечно, раздолье, можно на целый день. Билет 2000 рублей стоит, все включено. Есть виповский билет за 4800, можно везде без очереди пройти. Ну, в принципе, и очереди тоже можно отстоять. Они, конечно, не маленькие на некоторые аттракционы, но все равно отстоять можно. Сейчас мы думаем, куда нам поехать покушать. Пока что еще погода позволяет, можно где-нибудь даже на верандочке посидеть. Дождика еще пока нет. А с родителями только что болтала, они говорят, а у них дождик. Так что нам пока везет. Эль, тебе понравилось? Да. Приедешь сюда еще? Нет. Приехали на Тверской бульвар, и сейчас мы ищем, где нам пообедать. Посмотрите, какие тучки уже нагоняются. Ну, пекло просто невероятное. Элька еще без очков. Капец. Мои очки мне тоже ни хрена не помогают, если честно. Все равно я хмурюсь. Все, мы, честно говоря, подустали, мы хотим есть, сидеть. Надо еще как-нибудь местечко прям хорошее. Тут есть кафе Пушкин, такие двери старинные, красивые. Пробочки. Мы пришли на Патриаршие пруды. Мы все в поисках, тут вообще просто все рестораны забиты. Просто забито все. Все, мы нашли место, слава богу. Ой, хорошо, кстати, когда вот все-таки навес сделали. И ветра поменьше, наверное. Ой, да, очень вкусно. Пюрешное такое. Мы, ребят, пересели, потому что начался ливень. В общем, теперь сидим внутри. Мы поели, теперь решили выйти погулять. Лучше вот так вот снять, только единственное, одену очки. В общем, мы поели, теперь пока нам светит солнышко, но правда, мне кажется, сейчас опять ливанет, и тучи синюшные просто, очень опасные. А сейчас классно подпекает солнышко, в общем, вообще красота. Поели мы вкусно, я, кстати, так наелась вообще. Вот, но мне не понравилось, как нас обслуживали. Так странно вообще, даже не сказали, присядьте туда, присядьте сюда, пока мы сами не встали из-под крыши. Ну ладно, не буду жаловаться. А вот, ребята, Красная площадь. Вот пока гуляешь по Москве, вот даже не знаешь, куда набредешь. Александровский сад. Мы сейчас идем куда-нибудь вот посидеть, кофе попить. Смотрите, как красиво. Все зелененько. Красота. Какая красота. Пришли в в кофеманию. Взяли блинный вот такой, я взяла блинный тортик и матчу на миндальном молоке. У Эльки какой-то там профитроль. Эль, что у тебя там?
А, шато. Все красиво, понимаете, шато. Это вам не хухры-мухры и капучино. И вот Москва прекрасная. Конечно, я снимаю Эльку, как Элька инстаграмит. Я уже заинстаграмила. Красота. Ребята, это мега вкусно. Это просто бомба. Он похож на медовик. Прям вылитый по вкусу медовик. Такой очень нежный, очень-очень. Прям во рту тает. И мачо тоже очень вкусная. Элька вон шато поедает. Тоже понравилось. Смотрите, как круто! Радуга! Красота! Даже две радуги. Но вторую еле-еле видно, а вот это вот вообще классная. Такая яркая. Мы приехали домой. Как видите, погода подиспортилась, но мы сегодня все успели. Все сделали. Ты можешь садиться, Эль. Невозможно не показать Эльке на завтраке. Это вы еще не знаете. Я тоже не знаю. Как она обеды готовит. Не, ну ужины знаю, ужины вкусные. Очень. Так, у нас сегодня крамбл. Я не ошиблась? Скрэмбл. Я не буду это вырезать просто. О, боже. У нас сегодня скрэмбл. С сыром, да. Приятного аппетита. Ну что, ребят, сегодня у нас второй день. Мы вышли погулять. Еще в планах у меня встретиться с девчонками. Как раз девчонки меня проводят. Моя красотка идет. Вы посмотрите, как она сегодня красивая. Это вам не хухры-мухры, между прочим. Так, в общем, мы гуляем на Никольской. Здесь, как всегда, красиво. Мне здесь вообще, в принципе, очень нравится вот именно вот на этой улице. Тут вот прям как Арбат. Приятный вечером, очень красиво, все огонечки горят. Но до вечера, конечно же, мы сегодня не дотянем. Ой, кстати, здесь... А, вот это вокруг света, да, про которое ты говорила? А вот здесь же, помнишь, мы с тобой как-то пытались зайти, что-то какое-то кафе было, когда к нам чувак пристал? У меня даже видос есть, это тоже во влоге. Там не было вокруг света, да. И Макдональдса, по-моему, там не было, или был? В общем, не столь важно. Блин, тут так хорошо. Так красиво. Сегодня просто фантастическая погода. Сегодня чуть-чуть на 3 градуса где-то прохладнее, чем вчера. От этого еще кайфовее. Супер-пупер. 23 градуса вообще, все, что надо. Тарам-парам-парам! А вот и Красная площадь. Конечно же, мы сюда пришли. Классно, утром еще народу поменьше. Меня тут угощают мороженкой в Александровском саду с красивыми тюльпанами. Кайф. Погода, конечно, просто кайф. Все такое зеленое, такое красивое. А туда, пойдемте туда, к этому дереву. А так еще все аномалия. На лобовое стекло, да? Да, они, понимаешь, летят как будто бы сплошной рой. И так вообще много километров. Вы только посмотрите на эти яблони, какие же они красивые. Вообще огонь. Очень круто. Ой, девочки, я сейчас уйду. Сейчас бы я ушла наверх просто. Может, мы еще кого-то посмотрим? Особо нет. Он просто смотрит, кого ему надо.